72-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты. Она сдетонировала у него в руках. Произошла трагедия в селе Хаджимус Каушанского района. Супруга погибшего рассказала полицейским, что ее муж несколько раз пытался покончить с собой. Он страдал от диабета и недавно ослеп. Все это привело к депрессии. Правоохранители устанавливают, откуда пенсионер взял гранату.